Какой толстый пират. Дать ему жрать, что ли? Жри, падла, банан. Да нет, это тебе есть надо. Блин, это я? Ну жри, падла, банан. А! Скелет-то против. Умри! Саблю взял. А где его призрачный попугай? Что это за пират такой, без попугая? Попугает. Он все оставил в этом физическом мире и ушел на небо, похоже. А может, попугай его предал? А? Попугай его и убил. Да-да. Теперь этот попугай плавает и разорвет деревья. Что там? У меня есть ключ. Точнее, рисунок ключа. Неплохая отсылка. А, нифига, ты этот... Я тренер. Лукашенко. Смотри, что нам нужно найти. Вот этот гамон. Ты показываешь? Я понял, я увидел. Так, поднять якорь. Поднять якорь и не бухать, я вот. Где тут якорь? Вот это? Куда там путь? Вот это якорь? Ну, это был... Ты отпустил, зачем его? Я уже поднял. Да? А, окей. Пустить пошло. Если кружку блюю. И пью же это, да. О, у меня идея. А, вот это. Рассматривай гомонку, свет. А, ты думаешь, мы его увидим? Ох, ё. Я пока что смотрю, куда нам прийти. Я отсюда попаду. Не свалился сразу. Я попал номер два. Ты чё? Как будто вы ехали. Так. Блин, опять наблевал. Ты прям к тебе попал? Да нет, я вижу прям на палубе. Такая лужа блевотина. Да где-то мой... Все, я прекращаю. Я с этого момента ты не завязал. Иди в воду окунись, отрезвей. А вот где вода? А, вон. За бортом. Ты уплыл без меня. Чтобы найти остров, воспользуйтесь столом карты. Во. Я отрезвел. Отрезвел? Да. Чё, поздравляю, вернёшься? Что это уже? Нет, как убить эту херню? Она на меня попала. Пошла вон. Ты это, кусалки. Катись. А, не плыть надо, а её и убить пытался уже. Сейчас. О, нет! Спиной надо было встать. Я под водой могу играть. Ты можешь сам себя зарядить. Пушку выстрелить. Ай, не знал. Ну чё там идешь? Ау. А чё ты там рикошетило как-то? А мне кажется, она сквозная. Ой, это змея. Ты чё, кобра? Ты чё, дурак, упал такой? Бери, 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 у меня полная, я не знаю, нет, тушка, короче, или что это? А, это мясо. Шницель, что какой-то. Так. Так, а чё это было? Чё произошло? Я это съел змею свою просто. Да. Отлично, приготовим в моём желудке. Что это такое? Нихера! Ты там живой? Я-то да. А чё, я должен быть мертв? Ну ладно.
Дубль 2. Могу показать. Ты играешься, ведь, блин. Смотри, как взрывается вообще. Да, прикольно. У меня есть тоже есть зажигатель. Вот это принеси. А, поймал. Он прям на меня смотрит через эту корзину. Ее укусила! Ее успокаивала на ядом, может, кидать. Она укусила меня. Сволочь. Ау, что теперь делать? Ну я хочу ее на корабль унести. Типа она была змея. А она сразу вылазит. Эх ты ж сволочь. Ну ладно. Так. Ой, она еще подпевает, по-моему. Ну, хоть что-то мы из этого острова заберем. Трофею. Да-да. Ее лучше на нос, короче, ставить, чтобы она не травила нас. А то она токсичная слишком. Ой, блин! Да она сразу же не будет так какой-то. Все. И не подходи туда близко. Она не упадет? Да нет. Ну все. Или. Готовьтесь отпустить якорь. Ну окей. Отпускайте якорь. Норм. Идеально. Это называется идея. Опять я такую музыку из хоррор-фильма, блин, играю. Так, надо отнести сундук. Ага, а я возьму этот череп и... Кому нужны? Ну, кому нужен череп? Череп? Череп жмёт? Нет, не сюда, но... Он со мной разговаривает. Говорит, что ты пидор. Да? Я не про него, а про этот череп, который у меня в руках. А, да? Йоу, аккуратней. Это он говорит? А не. Че, за сундуком пойдем или скелетов бить? Скелетов бить? Ну, дай я пойду покурю. Да, я пока... Хуя! А зачем она нужна была? Не, ну ты мудак. Ешь. Не, почему? Так я и не собирался ее продавать. А... Ну я не знал, прости. Кофе тебе надо. У нас была история, как мы ее несли. Тварь ты. Она была членом экипажа, ты ее продал. Но она копейки стоила, если честно. Копейки. Продам тебе в рабство, блин. Она тебя кусала, била. И ты ее всех ноль бил. Бьет, значит любит. За змею и двор стреляю в упор, да. Так и есть. Ладно. Я понял, понял тебя. Извини меня, пожалуйста, я не хотел. Твою мать. Змею продать. В честь змеи. Ладно, я тебе это... Я с тобой. Где змею бывает хотя бы как? Сириатан. Сириатан был клад. Сириатан? Сириатан реально. Так, слушай, а может тот череп это был ключ? Просто мы ж эту записку нашли после того, как... А че я вижу, короче, справа?
Посмотри, какой-то луч. Луч, как будто мы в какой-то корейской ММОшке находимся. Посмотри. Я не вижу. Я вижу. А слева? Может, слева? Ой, да, слева. Ну, мы же тупые пираты.